Okay, so we'll start. Today's topic is, I'm sure everybody want to know. Yeah, about happiness. About 2 weeks ago, I had talk with some people who are living in Tibet. And the topic is, do you feel happy there? Do you know why people feel happy there? So we had a long discussion. There, people in general, they don't have too much material stuff. But it seems материальных вещей, но кажется, they are very happy. They just... что многие из них очень счастливы. Они показывают это счастье, проявляют его. So why? Why they are so happy? Why почему они так счастливы? Почему они чувствуют счастье? Yeah, I'm thinking we discuss these questions. Мы обсуждали подобные вопросы. We can see from their face. It's not like big city, people very nervous. On their face, you can see they are smiling, not... По их лицам мы можем видеть, что их счастье внутри. Да, это не как в больших городах много напряжения, но они улыбаются. И мы знаем, в нашей жизни у нас слишком много проблем. Если вы идете в больницу, вы видите так много страданий, так много людей там страдают. От возраста, из-за старости. Они теряют свои способности помогать себе. So many people, they get sick. They suffer. Так много людей болеют, страдают от различных болей, дискомфорта и так далее. In our normal life, в нашей нормальной жизни также вы видите, что вы сами много раз вы чувствуете, что вам скучно. У вас может быть хорошая работа, но вам все равно скучно. Вы чувствуете одиночество. Одиночество дома. Даже если у вас есть муж, дети, но вы по-прежнему чувствуете себя одинокими. Так много всего, что делать, но по-прежнему вам может быть скучно. Так много всего, что он привлекает наш ум, но когда мы в тишине, когда нам нечего делать, когда мы идем спать, нам скучно. Вот почему по всему миру так много людей злоупотребляют алкоголем. Многие люди используют наркотики, потому что они чувствуют скуку. И вот вопрос. Как мы можем достигать счастья, состояние счастья? Как мы можем избавиться от плохих эмоций? Как мы можем избавиться от страданий? Как мы можем достичь счастливой жизни? Я обсуждал с монахами или с практикующими буддизм. И они говорили, вы знаете, это не так легко быть счастливым. Это не так легко. Почему? Потому что кажется, мы живем как во сне. У нас нет возможности делать то, что необходимо. Кажется, что нас контролирует текущая ситуация, ваша работа, ваши желания, ваши потребности, ваша семья, друзья и так далее. Так много всего держит вас. Держит вас, и вы не можете делать то, что вам нравится. Вы должны. Вас принуждает внешнее.
Вам нужно достаточно материальных благ для выживания, для поддержания семьи или для того, чтобы достигать каких-то материальных целей для себя, для семьи, для компании, для страны и так далее. Мы знаем, так много всего не должно происходить. Многие войны, сражения. Посмотрите на историю. Посмотрите на историю человечества. Китай, Европа, везде. Везде дерутся. Многие люди действительно скучают. У них чувствуется беспокойство, стресс, депрессия. Многие люди не чувствуют себя счастливыми. Во многих ситуациях люди в истории человечества вы обнаружите так много раз, люди не живут в состоянии счастья. И это означает, у нас нет спокойного времени в истории человечества. Не так много спокойных времен. Сегодня мы хотим обсудить, что в любой ситуации, как мы можем достичь состояния счастья, что нам нужно делать для того, чтобы быть счастливее. Мы знаем, что мы так о многом беспокоимся. Мы беспокоимся о собственной жизни, мы беспокоимся о членах семьи, мы беспокоимся о друзьях, беспокоимся о городах, о странах, о земле, о мире. Верно ведь? И если мы беспокоимся о чем-то, это означает, если мы беспокоимся о ком-то, это значит, мы кого-то или что-то любим. Если мы о чем-то не переживаем, это означает, что это не имеет к нам никакого отношения. И будучи людьми, у нас нет хорошего метода, чтобы быть счастливыми всегда. У нас нет способа с легкостью избавляться от всех плохих эмоций. Но по-прежнему мы обнаруживаем. Всегда, во всех ситуациях есть кто-то, кто счастлив. Есть кто-то, кто радостен. Даже есть какой-то риск, есть много проблем в жизни. По-прежнему они чувствуют себя расслабленными. Они чувствуют себя счастливыми. Как практикующий Джуньян Цигун, мы знаем, что есть наш путь исследовать счастье. As we know, the happiness connect with our state. Мы знаем, что счастье связано с нашим состоянием. Если мы можем хорошо расслабиться, мы можем укрепить наше здоровье, можем поддерживать хорошее состояние тела, быть здоровыми. Если наш ум может быть спокойным, и потом из ума, из сердца, состояние счастья будет проявляться, возникать. Это способ, как мы медитируем. Мы медитируем, чтобы получить результат. С первой ступени мы получаем состояние расслабления, потом здоровье. Со второй ступени мы достигаем тишины,
спокойствия, покоя. И затем мы добираемся до счастья. Сегодня это обсуждение касается наших целей на второй ступени. Как добраться до тишины, до спокойствия? Как мы можем это узнать? Это ваше состояние. Если вы всегда чувствуете счастье, значит, ваш ум, ваше сердце, оно спокойно. Те, кто были на ретрите Шаолинь, вы знаете, что несколько лет с нами находилась в Шаолине бессмертная сестра. И если вы каким-то образом могли с ней поговорить, всегда контактировали с бессмертной, вы пришли к заключению, что каждый раз она говорила: «Я так счастлива, я так всему рада, как я радуюсь жизни, всему». She was so happy. She always so happy. Always она так была счастлива, она всегда проявляла счастье и говорила мне: «Я так счастлива, так счастлива». Многие люди, ваши друзья, разговаривают с вами и жалуются: «О, это не то, это плохое, этот ужасный, политики ужасные, президенты вообще отвратительные. Мы так много жалуемся. Мы не наслаждаемся, мы не чувствуем ситуацию, которую нам нужно насладиться в целом. Не получится сказать, обмануть. Это ваши чувства. Ваши чувства показывают, что вы не чувствуете себя счастливыми. Но если вы внутри чувствуете себя счастливыми, вы бы говорили людям, что вы счастливы. Так ведь? И мы знаем, в нашем мире, в нашем обществе, в нашей стране, в нашей компании, в нашей семье так много проблем, которые заставляют нас не испытывать чувство счастья. Если вы не осуществляете свои желания, вы не чувствуете себя счастливыми. Ведь так? Вы, например, хотите, чтобы у вас появился друг или подруга, у вас их не появляется, и вы не чувствуете себя счастливыми. Вы хотите машину, вы хотите хорошую работу, вы не можете их получить, вы чувствуете себя несчастными. Вы встречаете кого-то, вам кто-то не нравится, но этот человек близок к вам, вы несчастливы. Вы едите еду, которая вам не нравится вкус, она испорченная, вы несчастливы. Так много всего. Когда мы не чувствуем себя счастливыми, и это причиняет нам проблемы, мы не чувствуем себя счастливыми. У нас нет возможности изменить внешний мир. Не получится изменить землю, погоду, климат, вселенную. Вы даже свою страну не можете изменить, свою компанию, свою семью не получится изменить. В конце концов, нет возможности изменить себя. Например, вы знаете, вы не должны курить, а сделать с этим ничего не можете. И есть проблема. И вы не чувствуете себя счастливыми. Вы хотите что-то, но не можете это осуществить. Вы знаете, что не надо использовать наркотики, они причиняют вам много проблем. Хотите остановить, но не можете. И внезапно обнаруживается, что счастье где-то далеко от нас оказывается, слишком далеко от нас. Если у вас есть время, если у вас действительно много страданий, если у вас нет счастья,
сейчас, успокойтесь, замедлитесь, отдохните, поразмышляйте, почему вы не чувствуете счастья, почему? Обнаружьте истинную причину, почему вы не испытываете счастья. Нужно проанализировать свои собственные условия. Почему вы не чувствуете счастья? Okay, so now let's discuss. И давайте сейчас вот что обсудим. Who, as you know, really feel happy? Yeah, кто, по вашему мнению, кого вы знаете, действительно чувствует счастье? Или кто всегда испытывает счастье? Я таких людей знаю немного. Не так много таких людей, кто всегда чувствует счастье. Но, безусловно, есть люди, которые постоянно пребывают в состоянии счастья. Безусловно, мы подвержены эмоциям. Иногда мы счастливы, иногда грустим, иногда злимся. Это нормально. Но счастье должно всегда быть внутри. И не важно, что неправильно. Но внутри всегда должно быть состояние счастья. Если внутри нет счастья, если всегда грусть, значит, есть какие-то физические проблемы. Если всегда страх, проблемы с почками, если вы всегда злитесь на что-то или на кого-то, скорее всего, у вас проблемы с печенью. Все эти плохие эмоции будут мешать физическому здоровью. Все эти плохие эмоции будут мешать состоянию счастья. Иногда мы говорим, ну мы же люди. А если мы люди? Конечно. У нас будут все эти проявления. Счастье, грусть, страдания. Все эти плохие эмоции, хорошие эмоции, они у нас всегда будут, так ведь? Да, верно. Но, возможно, мы не думаем, что во всех этих нормальных ситуациях всегда мы считаем, как будто есть какая-то другая идеальная ситуация. И вот если мы туда попадем, то тогда мы будем значительно счастливее. Это как наше тело. Для большинства людей в жизни чаще всего есть какие-то проблемы по здоровью. Это как некий стандарт, правило. У всех есть какие-то заболевания. Мы соглашаемся с этим фактом. Но если мы действительно хорошо знаем жизнь, понимаем наше тело, тогда, возможно, за всю жизнь у нас никогда не будет слишком тяжелых физических болезней. Также мы знаем, с возрастом, когда мы слишком стареем, у нас могут начинать появляться какие-то проблемы в жизни, не просто болезни, как, например, мы не можем хорошо двигаться или не можем слишком хорошо слышать или видеть. Это мешает нашей повседневной жизни. И мы не жалуемся, потому что мы слишком старые. Нам нужно просто смириться с этим фактом. Верно ведь? Да, верно. Но также мы знаем, если мы что-то делаем, это может быть на всей нашей жизни.
у нас нет каких-то серьезных болезней. Мы делаем, например, что-то хорошее, и когда мы приходим к старости, по-прежнему мы хорошо слышим, хорошо видим. Мы можем управляться с нашей жизнью. Нам не нужны другие люди для помощи, если мы хорошо с собой управляемся. И, возможно, в конце вашей жизни вы по-прежнему здоровы, счастливы. И по ночам вы даже знаете, куда вы отправитесь, говорите членам семьи. Семьи скажете: я собираюсь уходить, оставайтесь здесь, наслаждайтесь своей жизнью, а я ухожу. А затем ночью вы садитесь или ложитесь на кровать, и затем уходите. И следующим утром ваши члены семьи видят, что вы перестали дышать. Но на вашем лице видна улыбка. Нет никаких страданий. Счастливое лицо. Посмотрите вокруг. Много ли людей достигло этого состояния? Много богатых людей, людей, которые занимают высокое положение. Каков, через какой процесс они проходят, когда умирают? Может быть, они в больнице с трубками, трубки, которые им помогают дышать, дают еду. И, может быть, длительное время вы не можете сказать, вы просто дышите, сердце бьется, но нет возможности общаться. Вот почему никто не знает, что вы чувствуете. Но ваше лицо может про это сказать. Например, ваше лицо никогда не улыбается. И вы всегда чувствуете себя так плохо. У человека может быть, да, лицо, постоянно излучающее страдания. Если кто-то находится в этом состоянии несколько месяцев или несколько лет, это как, насколько это ужасно? Слишком плохо. Верно? So, in our life, we really need to do something. В жизни нужно действительно что-то делать. Что-то делать для себя. Итак, каждый день внутри можно быть счастливым, быть в состоянии счастья, даже когда есть старость, даже в процессе умирания, мы все равно чувствуем счастье. Вторая ступень Джуньян Цигун в целом хочет помочь нам получить этот опыт, опыт процесса, как удерживать в себе состояние счастья, себя в состоянии счастья. Кажется, что это просто, но если мы можем это осуществить, все будет иначе. Так ведь? Отлично. In order to be happy, to solve our troubles, sufferings. Чтобы быть счастливым, чтобы разрешить наши проблемы, страдания, есть много духовных исканий, показывающих, какие методы могут нам помочь. Есть такие, да, люди, как Шакьямуни, Лао-цзы, возможно, другие духовные искатели. Они хотят разрешить финальный человеческий вопрос. Как быть счастливым всегда и не страдать? Мы видим, если мы можем сохранять наш ум спокойным в любой ситуации,
Если в любой ситуации вы можете сохранять свой ум спокойным, это внутреннее счастье. Вы можете выдерживать это. Или вы можете всегда обладать этим счастьем. Это очень интересно. Но что именно? Что мы можем сделать? Что мы можем использовать? Какие упражнения мы можем использовать для того, чтобы шаг за шагом достигать внутреннего счастья, внутреннего состояния счастья? И это способ, когда мы собираемся практиковать. Нужно укреплять средний дантянь. Средний дантянь – это метод, который позволит нам оставаться в этом состоянии счастья, когда наш средний дантянь действительно приходит в состояние покоя, тогда не только наше физическое тело счастливо, испытывает удовольствие, или мы просто сами по себе испытываем удовольствие, мы просто чувствуем состояние счастья. И сейчас давайте делать это упражнение. Визуализируйте средний дантянь. Визуализируйте средний дантянь. Вы можете визуализировать средний дантянь и визуализировать там свое сердце в области среднего дантяня. Ум определяет, чувствуете вы счастье внутри или нет. Мы складываем руки, как я делаю. Складываем руки таким образом в области среднего дантяня, расслабляем тело, закрываем глаза, визуализируем красный шар в среднем дантяне. Если вы можете представить, визуализируем свое сердце, и там красное сердце. Визуализация означает смотреть на красный шар или на сердце и удерживать этот образ, поддерживать его своим вниманием. Это способ тренировать наш ум, успокаиваться. Смотрим на красный шар или на сердце. Расслабляйтесь. Поддерживайте этот образ. Следуйте за мной. For men, left hand inside. For women, right hand inside. Сложите руки в области среднего дантяня. Женщины к телу ближе правая рука, мужчины ближе к телу левая рука и соедините между собой подушечки больших пальцев. Visualize your heart, red. Визуализируйте свое сердце, красное сердце или красный шар. Close your eyes. That is a visualization or imagination. Закройте глаза. Это визуализация, воображение внутри вашего тела. Смотрите на красный шар или на сердце. Красное сердце.
visualize your heart or visualize a red ball at middle dantian. Визуализируйте свое сердце или красный шар в среднем дантиане.
Visualize your mid-dantian, the red ball, or visualize your heart. Relax, be quiet, calm down, Visualize and mid-dantian, the red ball or your heart. Calm, be quiet, relax, be calm. Расслабьтесь, визуализируйте.
we realize we've done thing, the red ball or heart. Визуализируйте в среднем дантиане красный шар, либо визуализируйте сердце. Be quiet. Тихо. Calm. Спокойно. Спокойствие, тишина. Okay, good. Хорошо. What I showed, we have good news. And я уже вам показал, у нас прекрасные новости. Generally, Chinese embassy will open all kind of visas. So we are. Наконец-то китайцы открыли все виды виз. Otvorila sa možnosť dostať víza, takže budeme mať v Šaolíne sústredenie. Да, и наконец-то Китай начал выдавать визы, поэтому если вам интересно, вот здесь ссылка. А прочитайте си новинки. Да, вы видите ссылку, если вы хотите, вы можете зарегистрироваться на ретрит в Шаолинь. И это все на сегодня. Увидимся с вами в следующий раз. Всего доброго. До свидания.